Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Зомби-война. Ну что же, 87-я миссия здесь у меня на этой карте, она последняя. Давайте попробуем ее пройти. Так, у нас здесь пожиратель трупов. Ага, выходит второй. Я не помню, здесь будут у нас бегуны. Так, ну ладно, давайте сделаем так. Ага, есть они. Замечательно вышло. Так, давайте, главное поджечь их, чтобы они не добежали до моего автобуса. Повторю, нам нужно пройти эту миссию на 3 звезды. Активируем храбрость. Так, сейчас мы гранатку-то туда запульнем. Замечательно. Так, бочек как можно больше выкидываем, для того, чтобы если эти бегуны побегут, об них, как говорится, упирались. Но, как видите, что-то не фартит как-то. Ну, по крайней мере, они дальше не пробегают. Так, все замечательно, поджигаем. Елки-палки, эти пожиратели очень-очень толстые. Пока мы их пробьем. Так, надо кинуть заморозку. Вот это уже другой разговор. Пока он тут будет у нас стоять. Оу, ребята, чё, я могу вас поздравить. Да ну, ладно тебе, жирный. Чёрт подери, да что ж такое-то. Блин, хотел уже поздравить. Да, ребята, я вас поздравляю. Мы прошли 87-ю миссию с 3 звездами. И, соответственно, мы прошли эту карту. Уровень 5 это у нас был. И мы забираем ревард в качестве сундучка. И давайте, наверное, посмотрим, что нам выпадет из него. Так, консервы, хлеб, щетка, топливо и щетка. Ну что ж, довольно неплохо. Но... Так, ребята, продолжаем с вами играть в зомби-войну. Так, я вот не знаю, надо кого-то мне менять. Наверное, возьмем вот этого. Да-да-да, он здесь нам нужен будет. И вы увидите, почему. И, наверное, взять надо мне с УЗИ. Да, вот только на кого его поменять? Сначала я думал, что поменять надо на Шокера. Но тут я подумал, что лучше на коктейль Молотова. Да, ребята, давайте заменим на коктейль Молотова. Потому что от него здесь эффекта очень мало. Вы увидите, почему. Потому что тут юниты... специфические. Ну что ж, поехали, попробуем. Испытание у нас не пройдено. На 3 звезды я не тяну. Нам нужно его просто, ребята, пройти. Хотя бы с одной звездой. Так, как вы видите, у нас тут шахиды. Так, бросаем, бросаем, бросаем обязательно в кучу. Замечательно. А вот про кого я вам и говорил. Вот эти вот заморозчики. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что они тут вытворяют? Ну, вроде бы мы выстояли. Так, отлично, мы уже бьем баррикаду. Так, бросаем бочки, потому что эти синеголовики еще будут бежать и неоднократно. Да ладно. Ага, вот они, я уж думал. Что-то как-то легко я прошел этот уровень, ребята, я вам скажу. Даже сам не ожидал. Я обычно... на нем тут пыхтел. Но, что же, поздравляю нас. Мы получили все-таки 2 звезды. Плюс таблеточки и всякие няшки. Опыт довольно неплохо. Ну что же, давайте, наверное, с вами перейдем сразу же еще к одному, так скажем, испытанию. Тоже мы его ни разу не проходили. Нам нужно его пройти. Ну, естественно, желательно с 3 звездами. Но так как я здесь в первый раз, я даже не знаю, кто здесь и что, будем пытаться вообще пройти. Так, я смотрю, состав-то почти тот же самый, что и в испытании номер 2 было. Опа-на, отлично. Да, смотрите-ка, прям один в один. Даже те же самые монстры здесь у нас бегут. Оу, тихо. Ты смотри-ка. Блин, УЗИ. Ай, сгорел. Сгорел. И это очень плохо. Ага, здесь у нас идут полицейские. Ну что же, давайте тогда шмалять. Будем расстреливать их здесь всех.
Теперь, я надеюсь, вы поняли, для чего я взял огнестрел здесь. На, не успел, ё-моё. Так, давай, давай, пожарник, выручай команду. Ёлки-палки, автобус-то почти вот-вот издохнет. Оу, вот-вот-вот, ребята, бочка как раз сработала, замечательно. Жаль, конечно, не всю бригадушку тут она завалила. Но, тем не менее, мы пока, ух, справляемся. Ах ты, ну шокер, зачем же ты через огонь побежал, а? Ты у меня загорелся и сгорел. Так, давайте опять будем делать прирост маны. Он нам очень нужен. Черт подери, а. Ты смотри, что происходит. Вот эти вот синие ребята, они не горят, они ничего не делают. Не горят, не тонут. В общем, очень вредные. Так, давай, 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 шмаляй, шмаляй, коп. Так, отлично. Ай, ну. Что ж тут происходит, а? Ядрить его на корень. Давай, пробивайте, ребята, баррикаду как можно быстрее. Так, пока там полицейский будет бочку разбивать, я надеюсь, мы успеем все-таки. Да, ребята, победа за нами. Мы проходим это испытание. Да, конечно, очень плохо, но по сути, ребята, мы вообще прошли всю игру. Я прошел абсолютно все миссии, которые здесь есть. Единственное, что мне сейчас осталось, это пройти их на 3 звезды. Так, что у нас тут? Опа-на, еще один сундук. Давайте тогда смотреть, что из него нам выпадет. Так, генератор, лекарства, ага, топливо и... Смотрите-ка, сколько нам дали генераторов. Хм, неплохо. Так, ну я даже и не знаю, с чего бы и начать-то здесь, ребят. В принципе, да, если брать по открытию миссий, то я абсолютно все открыл и абсолютно все прошел. Разница только в том, что не на 3 звезды. Ну что ж, поехали на 92-ю миссию. Как говорится, начнем с самых низов и будем пытаться пройти ее на 3 звезды. Так, тут у нас со взрывчаткой зомби, поэтому здесь нужен нам гренадир. Оу, тут еще и бегуны. Вот это плохо. Бегуны. Формацию, ребята, я не менял. У меня также стрелки. Щет, что тут творится? Давай, УЗИ, выходи. УЗИст у меня не прокачанный, ребята, сразу вам скажу. Он вообще ни одного параметра я ему не повышал. Идет как стандарт. Так что дамаг у него довольно слабенький. Но, несмотря на это, он все-таки справляется со своей задачей. Так, 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 так. Отойди от нас. Так, еще одну бочку поставим. Пускай он там ее бьет. Ха-ха, вот так-то. Другой разговор, ребят. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давайте, давайте, там чуть-чуть. Ё-моё, бегуны бегут. Плохо, очень плохо. Причем они не только бегут, они еще и отталкивают нас, как вы видите. И... Да что ж такое-то? Есть. Да, ребята, чего и требовалось доказать. 92-я миссия пройдена на отлично. 3 звезды. Ну, а мы с вами продолжаем играть. И давайте, наверное, будем выбирать какую-нибудь новую миссию. И какая же это будет? Так, ребята, 94-я миссия это будет. Ух, была не была. Так, мы обязательно используем в начале генератор. Здесь нужно обязательно его использовать, чтобы взять преимущество. Так, вызываем. Сейчас мы этих двух дуриков-то поймаем, это по-любому. А вот эти вот с поясами, это очень и очень противные и опасные зомби, потому что они взрываются и, как видите, взрывают моих юнитов. Так, довольно неплохо. Давай, коп, выходи. Ты мне сейчас здесь понадобишься. Черт подери, бочку немножко не туда, конечно, я бросил. Оу, тут еще и бафер идет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, срочно-срочно активируем генератор. Так, давай, выходи, родной. Сейчас ты будешь... Да ты смотри, какой я. Ё-моё, блин. Один зомбарь сносит и того, и другого. Представляете, да? Он снес и УЗИста, и чуть было моего полицейского не убил.
Так, ладно, мы пока здесь терпим. Давайте бочки поставим на всякий случай. Вот это сейчас было, конечно, глупо с моей стороны бросить гранату. Там же стояла бочка. Ай, ладно, будем пробовать как-то так. Ну, 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 бейте, бейте, жирные, проходите мимо. Гнилорукие тоже, не трогайте моих юнитов, пожалуйста. Мне нужно пройти эту миссию на 3 звезды. Так, у меня есть пулеметчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Даже не знаю, давайте делать, ребята, чтобы их тут духу не было, чтобы мой пожарник успел пробить баррикаду. И... да. Да-да-да, именно то, что нам нужно. Ребят, 94-я миссия пройдена на 3 звезды, на отлично. И мы с вами продолжаем играть в эту замечательную игру. Ну, мне, конечно же, еще хотелось бы услышать ваше мнение, стоит ли мне проходить вообще все эти миссии на 3 звезды, или вот эта серия у нас будет последняя. В общем, пишите в комментариях. Ну, я вам скажу сразу, что придется, наверное, прилично подождать, чтобы я накопил каждую миссию здесь, испробовал, нашел к ней подход, тактику, и только после этого я буду их проходить. Ну, я вам скажу, там очень и очень сложно. Довольно сложно. Надо мне поменять моих юнитов. Я буду делать так. Полицейского я однозначно отсюда убираю и буду ставить коктейль Молотова. Думаю, что здесь от него будет больше толку. Да, именно так. И, кстати, мне нужно будет убрать УЗИста. А поставить стрелок мне все равно нужен. Давайте Свата. Да, я думаю, что он все-таки и стреляет здесь, и дает как-никак баф моим юнитам. Да, мы делаем так. Стоит он 35, конечно, я не спорю, но шокер нам пригодится в любом случае. Так, и вот такой вот бригадой мы с вами отправляемся на 98-ю миссию. Поехали. Ух, была, как говорится, не была. Так, давай, 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 гренадир, быстрее. Отлично, выпускаем его. И эта вся шабла побежала на нас. Сейчас мы бросаем. Ух ты, шикандос все это получилось. Вот, в принципе, для чего я оставлял себе шокера. Для резкого перехвата вот этих вот зомбарей. Так, у нас есть коктейль Молотова, он нам пригодится. Пока мы его тратить не будем. Ай-яй-яй-яй, этот с поясом смертника подходит. Ай, я даже не знаю, что сделать. Да, мы как-то умудрились выжить, несмотря на то, что он взорвался. Пожарник, ты просто красавчик. Так, гренадир. Слушайте, довольно неплохо. Идем, я вам так скажу. Теперь только нужно справиться с этими пожирателями трупов. Обложимся там бочками. Вот для чего я их выкладываю, чтобы большая часть вот этих бегунов просто-напросто взрывалась там. Пока моя тактика работает, ребята, и довольно неплохо, я вам скажу. Давайте еще бочку выложим. Так, черт подери, да как же так? Давай, пожарник, ё-моё, его там... Нет, он еще жив. Бегуны далеко собрались-то, а? Смотри, даже не может у меня стрельнуть этот сват. Он его добил. Жесть какая-то просто происходит здесь. Мне обязательно сейчас нужен, ребята, пулеметчик. Очень срочно, просто я не могу как нужен. И тогда бы я тут всех разбомбил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оу, куда, родные разогнались. Мне автобус нужен целый, к сожалению. Вот пулеметчик, готов. Так-так-так-так-так. И, ребята, разбиваем как можно в ускоренном темпе баррикаду. Да, что и требовалось доказать. 98-я миссия пройдена на отлично, с 3 звездами. Все очень хорошо. Ну что же, в принципе, я, наверное, буду на этом и завершать свой выпуск. Так, дайте-ка я тут кое-что гляну. Я не понимаю, почему... Ага, смотрите-ка, тут какая-то единичка. Вау! Ха, открыл карту. Интересно, а здесь где-нибудь тоже что-то есть? Ёлки-палки, а я ее там не видел. Мы получаем с вами опыт. Ну что же, бензина нету. На этом будем завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами уже в следующих видосиках. Ну, правда, не знаю, когда они выйдут. А на этом все. Всем пока. До скорого.